встречку вышел. Сегодня в 20.00 на РЕН-ТВ. Элис старше 16 лет. Реклама на Радиопилот. Мы гарантируем разработку рекламной кампании за одни сутки. Телефон 3-710-710. Волшебные звуки и легкие ритмы. Весомость на Радиопилот. Потом со стороны другого человека кажется, что ты всегда обосрал, а потом идешь с этим обосранным человеком. Твою мать! Твою мать! Ну что, у тебя автобус умеет, нет? Там машина с этой стороны идет. Я не говорю. Причем несет. Смотри, 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 смотри. Ебанусь. Оба-на. Вот так вот, блядь. Вот здесь вот трупы. Сколько можно их ложить, блядь? Несутся, блядь. Да дело не несутся. Автобус не видит. Автобус виноват. Машина упала, ого. Зачем этот вопрос даже не стоит? Ну, все равно же Россия. Или мы дали... Ёбаный рот, блядь! Через полчаса в эфире появится богиня радиоэфира «Улица».